В библиотеках Ленинского городского округа всегда уделяли внимание вопросам экологии и воспитанию в подрастающем поколении любви к матушке-земле. Сбор макулатуры, пластиковых крышечек, мастер-классы по изготовлению поделок из вторсырья, лекции, которые зачастую проходят в игровой форме. Работа ведется ежедневно. Чем раньше мы начнем детям прививать любовь к природе и к бережному отношению к окружающей среде, тем больше шансов вырастить новое поколение, которое будет действительно к этому относиться с умом. Экология – это такая, ну, на мой взгляд, благодарная тема. И настолько много интересных форм работы, которые можно здесь применить, чтобы эту работу сделать наиболее интересной и привлекательной. Имея такой богатый опыт, 2 года назад сотрудникам Центральной библиотеки пришла идея организовать фестиваль «Смотр Эко-Библиофест». По задумке, в течение лета каждое учреждение, а их на территории округа 15, проводит у себя различные мероприятия экологической направленности. К участию привлекаются школьные лагеря, детские сады и просто все желающие жители муниципалитета. Сотрудники нашей центральной библиотеки проявили гениальную просто фантазию и, используя книги, предназначенные для сдачи в макулатуру, сделали такую инсталляцию, фотозону, в создании которой принимали участие посетители. И с рассказом о том, что вот эти старые книги дают рождение новым книгам. А, например, в Развилковской библиотеке, где экопраздник состоялся буквально на днях, мероприятия сделали в русском стиле. Ростовые куклы, аниматоры в народных костюмах. Особенно в восторге остались дети. С малых лет они знают, насколько важно сохранять природу. Было танцы, мне понравилось, там было весело. Для меня важна экология, ну, беречь нашу природу, лес. Я отношусь к экологии очень хорошо, я соблюдаю все правила, и я никогда не загрязняю лес. С полной программой мероприятий Эко-Библиофеста можно познакомиться на сайте библиотеки и в социальных сетях учреждения. Финал Эко-Библиофеста состоится в сентябре. Масштабный праздник пройдет в Видном. Каждая библиотека Ленинского городского округа представит свой проект мероприятия, которое было летом. К участию приглашаются все жители муниципалитета. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Видное ТВ.